Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Молодой украинский режиссер Дима Маніфест умер от рака. Его не стало 13 октября. Он прославился работой со звездами первого эшелона украинского шоу-бизнеса. Артисты отреагировали на потерю. Режиссер и клипмейкер Дима Маніфест скончался от онкологического заболевания. Даже несмотря на опухоль, он работал до последнего и создавал фантастические видео для отечественных звезд. О его смерти рассказали знаменитости в Инстаграме, в частности телеведущий и продюсер Юрий Горбунов. Шоумен рассказал, что Дима Маніфест был режиссером украинского сериала «Великие Вуйки». По его словам, он комфортно чувствовал себя с камерой в руках, а без нее его трудно было представить на съемочной площадке. Горбунов признался, что парень в старости хотел написать книгу, однако мечту воплотить не удастся. «Покойся с миром, дружище. Ты столько еще не сделал», – написал Юрий Горбунов. Певица Алина Гросу, которая активно строит карьеру в России, также работала с Димой Маніфестом. Именно он выступил режиссером ее последнего клипа на песню «Голый король». Она показала фото с покойным клипмейкером и выразила свои соболезнования от потери. «Локомотив – генератор нереально крутых идей, вечный двигатель. Очень-очень хороший, солнечный, добрый человек. Ты мог столько всего еще сделать, столько улыбок еще нам подарить. Сердце разрывается. Покойся с миром», – написала артистка. Рэпер Ермак также сотрудничал с Димой Маніфестом. «Ты был большим трудягой. Даже несмотря на опухоль, ты все равно не сдавался и работал дальше. Сюжет твоей жизни закончился слишком рано. Красивых тебе кадров с неба, брат», – написал исполнитель. Артистка Светлана Тарабарова показала архивные фото со съемок клипов на песни «Хорошо с тобой», «Маніфест» и «Мне сказочно». Именно эти известные работы звезде помогал создавать Дима Маніфест. «Всегда улыбающийся. Казалось, у тебя всегда 30 часов в сутки, вместо наших 24, потому что иначе, как объяснить, когда ты спал? Больно, но сейчас можно быть спокойными, что там, где ты, теперь будут лучшие клипы», – написала Светлана Тараброва. Королева украинской сцены Оля Полякова призналась, что на днях обсуждала с Димой Маніфестом идею нового клипа, однако снять его с режиссером уже не суждено. «Не укладывается в голове, что тебя больше нет с нами. Амбициозный, светлый, талантливый парень. Трудяга и талант. Спасибо тебе. Пусть твоя душа обретет мир и покой», – высказалась артистка. Певица Оля Цибульская вспомнила, как с режиссером Димой Маніфестом они снимали клип на песню «Ждутцем». Она призналась, что работать было тяжело, ведь съемки длились более 23 часов подряд. «Ты помог эту песню сделать хитом. Преподал урок, что мы все учимся друг у друга. Профессии, человечности и умению ценить то, что имеем. Извини, если что не так. Спасибо тебе за урок. Буду петь ее и вспоминать тебя. Лети в небеса. Это я», – трогательно написала звезда. Среди лучших работ режиссера Димы Маніфеста – клипы на песни «Мне сказочно» Светланы Тарабаровой, «Танцуй» группы «Антитела», «Ждутцем» дуэта Оли Цибульской «Дзидзё», «Королева ночи» Оли Поляковой. Кроме того, он работал с Джамалой, Тиной Кароль, Алиной Паш, Джерри Хайл и многими другими кумирами миллионов. Режиссер киностудии «Мосфильм» Марина Лузгина ушла из жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов 28 сентября. На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Лузгиной Марины Георгиевны, говорится в сообщении. Марина Лузгина выросла в семье известных кинематографистов. Ее отец – режиссер Георгий Натансон, а мать – Мария Лузгина. Также всю жизнь работала на разных должностях на «Мосфильме». Представители киноиндустрии были частыми гостями в доме Натансонов. К примеру, с детства была знакома с режиссером Савой Кулешом. «Взлет», «Сказки старого Арбата», «Трагедия в стиле рок». Именно он и пригласил ее после выпуска из Высшего театрального училища имени Щукина
вторым режиссером в кино. После окончания училища по специальности режиссура в 1969 году стала работать на киностудии «Мосфильм». Сценарий документального фильма «Я убегаю на фронт» в соавторстве с отцом Георгием Натансоном стал последней ее киноработой. Она сотрудничала с режиссерами Владимиром Фокиным, «Пятый ангел», Александром Стефановичем, «Начни сначала», Александром Майоровым, «Шанс», Андреем Добровольским, «Брод», Валерием Рубинчиком, комедия «Алисистратё», Тиграном Киасаяном, «Президент и его внучка» и другими. Марина Георгиевна Лузгина родилась в 1944 году. Ее отец, знаменитый советский и российский режиссер Георгий Натансон, открывший зрителям Татьяну Доронину, Наталью Тинякову, Наталью Егорову, Александра Домогарова, Марину Зудину, Анну Тихонову и многих других актеров, ставших популярными после ролей в его фильмах. Ее мать Мария Лузгина всю жизнь проработала на разных должностях на «Мосфильме». В 1968 году Марина Лузгина окончила высшее театральное училище имени Щукина по специальности режиссура. С 1969 года она работала на киностудии «Мосфильм» в качестве второго режиссера. Марина Лузгина приняла участие в съемках таких фильмов и сериалов, как «Взлет» 1979, «Сказки Старого Арбата» 1982 и «Трагедия в стиле рок» 1990, Савы Кулеша, «Шанс». «Судья в ловушке» 1998, Сергея Колосова, «Президент и его внучка» 2000, Тиграна Киасаяна и другие. Последней работой Лузгиной стал сценарий документального фильма «Я убегаю на фронт» 2020. Лузгина дважды была замужем. В 1968 году родила дочь Анастасию.